Жень, мне надо написать. Эссе. Так. Кто готов отвечать? Так. Абельхайон, начинаем с тебя. Мой режим дня. Я просыпаюсь в 8 часов. Я умываюсь. Я завтракаю. Я выхожу из дома в 9 часов. Я иду на тренировку. Я буду дома в 12 часов. Обедаю и иду в школу. После урока приду домой. Я ужинаю и ложусь спать в 23:00. Итак, молодец. Ты уже перечислила, да, что ты делаешь за один день. Так, садись. Еще кто хочет прочитать мне? Дидара. Каждый мой день по-своему уникален. У меня есть свои ежедневные дела, которые я обязана делать. Например, когда я просыпаюсь, я в первую очередь иду чистить зубы. Потом заправляю кровать и иду завтракать. После вкусного и сытного завтрака иду заниматься своими делами. Через некоторое время начинаю собираться в школу. Ближе к вечеру возвращаюсь домой. Ужинаю, и потом у меня есть время, чтобы отдохнуть. Так, молодец. У всех одинаковое режим дня, да, мне кажется? Еще кто желающий есть прочитать? Мирас. Меня зовут Мирас. Я просыпаюсь в 9 утра. Я завтракаю. Затем в 10:00 я иду на тренировку по футболу. Я прихожу домой в 12:00 и ем, иду в школу. Прихожу домой и сразу ем. Потом я иду спать. Мой режим дня. Вот так и заканчивается мой режим дня. Так. С вашей группы есть желающие? Пожалуйста, Катя. Я просыпаюсь в 8:50 утра. 9 собираю вещи, 9:20 иду на тренировку. После тренировки я в 11:30 пообедаю и 13:10 иду в школу. После урока иду домой, после поужинаю и делаю уроки. В 23:30 ложусь спать. Молодец. Итак, у всех у нас одинаковое режим дня. Кто-то занимается там спортом, кто-то идет на тренировку. После тренировки у нас начинается учеба, после учебы мы придем домой, поужинаем, немножко отдохнем, да, смотрим телевизор и опять приступаем к уроку, и после окончания урока мы ложимся спать. Так, в каждом нашем дне есть что-то прекрасное, волшебное, но это нужно уметь замечать. Это цитата нашего дня. Дальше идем. Наша, так, раздел называется у нас «Хобби и свободное время». Мы заканчиваем этот раздел. И последняя наша тема – «Хобби известных людей». Морфологический разбор местоимений. До этого мы с вами проходили, что такое местоимение. Мы с вами познакомились о разрядах местоимений, да? Сегодня уже у нас заключительная часть этой темы, и мы будем учиться, как делается морфологический разбор местоимений. Итак, давайте, ребята, мы же сказали, да, наш раздел называется «Хобби и свободное время». Давайте познакомимся, чем занимались русские писатели, кроме написания книг. Так, обратите внимание на экран. Так. Ребята, вы узнали этого человека? Это у нас Лев Николаевич Толстой, известный, великий писатель русского народа. Кроме написания книг, у него было увлечение шить. Он сам шил обуви для себя. Вот эта обувь как раз была самим шитьем Толстым. Еще он занимался, он смастерил велосипед, потому что он любил ездить на велосипеде. А это его велосипед, который он сам сделал. Так, следующий у нас Николай Васильевич Гоголь. Какое произведение мы с вами прочитали до этого? «Ночь перед Рождеством». Молодец, «Ночь перед Рождеством». Вот. Как раз Гоголь любил шить платье. Он шил своим сестрам красивые платья. А в летнее время он шил для себя воротники. А это еще
него была страсть к кулинарию. Он очень любил готовить. Особенно у него хорошо получилось итальянские макароны. Так, а это кто? Александр Сергеевич Пушкин, который написал какую сказку? «Золотую рыбку». Итак, Пушкин, он был хорошим игроманом, он любил цыганское пение, а еще он сам научился боксировать, он сам научился боксу. Так, ребята, это хобби известных русских писателей. А ваше хобби какое? Чем вы любите заниматься в свободное время? Так. Есть у вас хобби? Да. Так, какое? Так, кто мне скажет? Ахметжан, пожалуйста. Я в свободное время занимаюсь футболом. Футболом, так. Еще, Дидана. Я в свободное время занимаюсь бисероплетением. Я делаю разные фигурки или украшения. Молодец, хорошая работа. Есть ли у вас тоже увлечение? Так. Алло. Я в свободное время рисую. Рисование – это тоже хорошее увлечение. Так, ребята, теперь приступаем ко второй части нашего урока. Во второй части мы с вами занимаемся морфологическим разбором местоимений. Для этого давайте с вами вспомним разряды местоимений и какие местоимения к какому разряду относятся. Так, это у нас разряды местоимений. Давайте перечислим. Первое. Личное местоимение. Возвратное. Прочитайте, пожалуйста. Возвратное местоимение. Еще какие местоимения? Указательное местоимение. Определительное местоимение, да? Еще? Вопросительное местоимение. Притяжательное местоимение. Относительное местоимение и? Неопределенное местоимение. Здесь вам плохо видно, да? Да. Так, перечисляю. Личное местоимение. Какие местоимения относятся? Я, ты, он, она и так далее, да? Возвратное местоимение. Себя. Вопросительное местоимение. Кто, что, кого, сколько, какой, чей. Относительное местоимение – это то, что вопросительное местоимение. Если слово употребляется без вопросительного знака, то это относится к относительным местоимениям, да? Неопределенные местоимения какие? Никто, отрицательное местоимение, то есть притяжательное местоимение? Никто, мой, наш, ваш, да? А указательное местоимение? Тот, определительное местоимение? Весь, всякий, каждый, любой, другой. Молодцы. Теперь я покажу вам образец морфологического разбора. Это у нас образец. Так. Я взяла предложение «Моя самая любимая книга – путешествие Гулливера». Из этого предложения я взяла одно местоимение «Самое». Вот выделила красным шрифтом. Итак, «Самое», к нему прикрепляющее слово – это «любимая книга». Да? Так, морфологический разбор состоит из трех пунктов. Первый пункт «Сам спросил, сам ответил». Значит, мы сами задаем вопрос к слову и сам определяем его часть речи. Как на втором пункте. Начальная форма этого слова. То есть слово должно стоять в именительном падеже, единственном числе. Постоянные признаки. ПП. Нужно определить разряд местоимений. НП. Непостоянное признание. Падеж, число. Если есть. Род, если есть. Поэтому они называются непостоянными.
местоимений род и число не определяется. И третий пункт. Пишем, чем является предложение. То есть это может быть поддержащим, это может быть определением, это может быть дополнением или обстоятельством. Понятно? Понятно. Итак, слово «самое». Задаем вопрос. Любимая книга какая? Самая. Самая. Начальная форма. Самый. Какой? Самый. Постоянные признаки. К какому разряду это относится? Личный. Нет, самое это определительный разряд. Непостоянные признаки. К какому падежу относится слово самое? Самое относится именительному падежу. Какая? Самое. Число. Какое число? Единственное число. Род. Какая? Какое? Женский род. Итак, проверим. Вот. Самая любимая книга. Это самое местоимение. Начальная форма самый. Именительный падеж. Так, постоянные признаки. Определительные разряды. Непостоянные признаки. Именительный падеж. Женский род, единственное число. Итак, определяем синтаксическую роль этого слова. Любимая книга какая? Самая. Самая. Значит, определение. Анатолож. Хандай деген сұраққа жауап беріп тұр. Определение подчеркивается как волнистой чертой. Понятно? Кому было непонятно? Всем понятно? Да. Есть вопросы, пожалуйста, задайте. Нет. Тогда я взяла еще одно предложение для закрепления урока. Так, мальчик сорвал яблоко и сунул себе в карман. Итак, выделенное слово «себе», «себе». Давайте делаем морфологический разбор этому слову. Так, себе, какая часть речи? Местоимение. Начальная форма этого слова? Сам. Себе. Себя. Молодец, себя. Разряд какой? Себя. К какому разряду относится? Возвратное местоимение. Падеж какой? Кому? Себе. Дательный падеж. Число, род не определяется. Понятно? А в предложении чем является? Себе. Дополнение. Правильно. Погромче, пожалуйста. Скажите, чтобы всем было слышно, да? К вопросам косвенных падежей отвечает кто? Дополнение. Вот проверим, пожалуйста. Сунул себе местоимение. Начальная форма себя. Так, разряд какой? Возвратный разряд. Падеж. Дательный падеж. А вот число не определяется. Возвратное местоимение, вот число не определяется. А синтаксическая роль в предложении – это дополнение. Подчеркиваем. Тире, тире, тире. Понятно? Да. Итак, сейчас мы с вами будем работать в книжке. Откройте упражнение 360. Открыли? Да. Итак, мы сейчас будем делать круговую работу. То есть сейчас мы по цепочке прочитаем это упражнение.
Так, дальше. Железнодорожные путешествия были для него обычным делом. И именно пользу он придумал свое знаменитого Микки Мауса. Он свободный от создания анимаций шедевров «Время Дисней» занимался конструированием поездов. Уолт Дисней сотрудил целую железную дорогу во дворе своего особняка. Она вела не только духовение, погромче. На ней он катал членов семьи и гостей. И гостей. Так. Создатель самый известный парк развлечений. Парк развлечений действительно благодарится именно благодаря детской железной дороге. Так, теперь, ребята, давайте к этому тексту сформулируем вопросы, да? Первая группа, вы сами сформулируете, а вторая группа, вы тоже сами сформулируете. Один тонкий, один толстый вопросы. Один тонкий и один толстый вопрос. Закончили, ребята? Да. Так. Итак, ребята, давайте начинаем с первой группы, да? Да. Так, кто задает первый тонкий вопрос ко второй группе? Так, Ульфаус. Так, первый вопрос звучит так. Как? Погромче, пожалуйста. Благодаря чему появился Диснейленд? Кто готов отвечать? Ну, давай, пожалуйста. Пары разлитые Диснейленд появился изменно от Диснейленд железной дороги. Благодаря железной дороге. Ответ верен или нет? Верно или нет? Верно. Так, ваш тонкий вопрос готов? Да. Кто задает вопрос? Кто страстно любил поезда? Кто страстно любил поезда? Так. Уолт Дисней. Ответ верен? Верно. Верно. Так, садись. Теперь толстые вопросы. Ахмеджан, пожалуйста, задай второй группе. Уолт Дисней как придумал знаменитого Микки Мауса? Вот, как придумал? Кто отвечает? Абельхайя. Во время путешествия он придумал Микки Мауса. Верно. Верно? Молодцы. Так, ваши вопросы, пожалуйста. Чем занимался в свободное время создатель анимационных шедевров? Так. Отвечает Павлов. Он занимался конструированием поездов. Он занимался чем? Конструированием поездов. Верно. Верно? Молодцы. Вы прям так быстренько отвечаете. Так. Теперь вторая групповая работа у нас. Теперь мы будем заниматься морфологическим разбором местоимений. Я из текста взяла две предложения к первой и ко второй группе. И из него выделила одно слово. И вот к этому слову мы делаем морфологические разговоры. Так, первая группа берем. Железнодорожные путешествия были для него обычным делом. Из этого предложения берете слово «для него». Итак. Вот вам я на листке написала образец, и вы туда же вы должны заполнять эти образцы. Так, вторая группа. На ней он катал членов семьи и гостей. Из этого предложения вы берете
постоянные признаки. Третий пункт, чем является предложение. То есть нужно определить синтаксическую роль. Это может быть дополнение, это может быть определение. Дополнение отвечает на косвенные вопросы косвенных падежей. Так, ребята, давайте вместе работайте. Баланс по бумаге.
в ответе этих загадок есть у нас некоторые местоимения. Итак, первая загадка такова. Послушаем внимательно. Какие два местоимения вместе мешают движению на дорогах? Так, ребята, давайте подумаем. Какие два местоимения вместе мешают движению на дорогах? Я, мы. Я и мы, да? Правильно. Давайте поднимите ручки, пожалуйста, ладно? Сколько личных местоимений в слове «семья»? Семья. Руки поднимите, пожалуйста. Сколько местоимений? Так, а я вам. Семья. Садись, молодец. Третья загадка. Первый слог слова – личное местоимение. Второй слог слова – это детская болезнь. Вместе обозначает предмет, который удерживает судно. Так, вы подумали хорошенько? Первое личное местоимение. Второй слог. Это детская болезнь. Так, Мирас, отвечай. Я корь. Я и корь. Так, первый слог – личное местоимение. Второй – звук, который издает лягушка. Они вместе обозначают овощ. Какой звук издает лягушка? Ква. Ква. Значит, а первый слог – личное местоимение. Так или как? Тыква. Тыква. Молодец. Так, первый слог – личное местоимение. Второй – тоже что несчастье. Вместе обозначают мелкая клевета или клеветник. Кого мы называем клеветником? Как мы называем клеветник? Я и беда. Так, Дидар, отвечай. Я и беда. Я беда. Правильно. Так, первый слог – личное местоимение. Второй слог ты найдешь в словах «сварщик», «пильщик», «барабанщик». Вместе обозначают вместилище для чего-нибудь. Так, отвечает. А я вам, пожалуйста. Ящик. Ящик. Я – это личное местоимение, щик – это суффикс, да? Итак, молодцы. Следующее у нас упражнение – верные, неверные ответы. Так, верные, неверные ответы. Откройте 187-ю страницу, верные и неверные ответы. Итак, первый. В предложении непременно сбудется то, о чем мы мечтаем сейчас. В предложении два местоимения. Верно или нет? Верно. Почему? Непременно сбудется то, о чем мы мечтаем сейчас. Здесь сколько местоимений? Одно, да? Неверно. Второе. В предложении «я оказался на этой улице» одно местоимение. Неверно. А сколько местоимений? Две. Перечисляйте. Я. И? На этой, да? Я личное местоимение, этой указательное местоимение. В предложении в городской библиотеке на каждой полке больше книг, чем у любого на нас во всем доме. Два определительных местоимения. Неверно. Так, обоснуем ответ. В предложении в городской библиотеке на каждой полке больше книг, чем у любого из нас. Два определительных местоимений. Верно или нет? Неверно. Давайте
Так, четвертое. В предложении каждая книга имеет шифр. Определительное местоимение является определением. Каждая книга имеет шифр. Книга какая? Каждая. Верный. Значит, верный. Это у нас определение. Во фразеологизме на всякий случай употреблено личное местоимение. Неверный. Личное. Значит, здесь, во всякий случай, в этом предложении употреблено личное местоимение. А какие бывают личные местоимения? Назовите мне, пожалуйста, личное местоимение. Я, мы, вы, они, он, она. Так. Упражнение 363. Составьте симпле к слову путешествие. Давайте, ребята, быстренько составим симпле. Слово путешествие. Так, как делается символ, мы знаем, да? Да. Первое, само слово. Второе. Второе это у нас что? Прилагательное. Третий пункт. Глагол. Глагол. Четвертый пункт. Предложение. И пятый. Синоним. Составьте синоним к слову путешествие, да? Давайте быстренько. У нас осталось мало времени. Так, Дидара. Путешествие. Яркое, спонтанное. Помогает, привлекает, улучшает. Путешествие приносит много эмоций. Пятое – это синоним приключения. Молодец. С вашей группы есть? Так, Рафаэль. Путешествие. Интересное, долгое. Путешествовать, познавать, ездить. Путешествия могут провести экскурсию в странстве. Молодец. Так. Путешествие. Захватывающее, веселое, занимает, волнует, интересует, позволяет узнать что-то новое, приключение. Итак, ребята, давайте запишите домашнее задание. Домашнее задание у нас. Подготовьте сообщение на тему увлечений известных музыкантов. Упражнение 362. Увлечений известных музыкантов. На эту тему вы должны написать короткое сообщение. Чем они занимаются, какие у нас у них, кроме музыки, есть другое увлечение. Коротко напишите, ладно? Так, ребята, что было у вас трудно на уроке? Были проблемы? Нет. Были проблемы? Все было понятно? Да. Были еще вопросы? Нет. Так, на этом наш урок с вами закончен. До следующей встречи. До свидания. До свидания.